четвертый Фабрегас. На правом крыле полузащиты. Алексон, что стенка должна стоять немножко дальше. Пробегает Игнашевич. Карвалю бьет. 1-0. 1-0. 24-я минута. Даниэль Карвалю. Большого мастера Игнашевич пятком, видим, откатил. Был коридор. И вот в эту узенькую щель выстрелил Карвалю так, словно открывается под эту передачу. Вагнерла просит пас. Удар в касание. Успел в последний момент Джуру накрыть. Назовем сейчас своего игрока с игрой. А у нас атака Арсенала. Опаснейший момент. И еще один офсайд. И еще один незасчитанный гол. Снимает мяч в воздухе. Посмотрел на часы. Михута Гонсалес. 1-0. ЦСКА выиграл у Арсенала в третьем туре Лиги Чемпионов.